Ситуация такая, что закрылось несколько бутиков. Из-за этого, может быть, грустно. А вот цены не удивили вас? Цены, но чувствуется, да, чувствуется, что цены подскочили. Ну как, ожидаемо, и мы об этом знали, поэтому сейчас сегодня тоже сказали о том, что закрывают один магазин, где мы постоянно покупаем, и мы как раз туда пошли, но там очень много людей, поэтому мы решили, что не будем стоять очередь, потому что очередь была человек 50. Девчонки, позвольте несколько вопросов. Ну а что я могу сделать с этим? Я только могу с этим смириться, либо больше зарабатывать. Но, к сожалению, да, я могу только подстроиться. Не больше.